Резка зміна надвор'я повпливала на дорожну обстановку. Напередодні слупок термометра опустився ніже за нуль. А ночі практично по всій Мінській області пройшов сніг. За великої кількості опадків на дорозі утворилися заноси, але серйозних автомобільних заторів отрималося позбігнути. Снігоуборочна техніка і працівники комунальних служб своєчасово вийшли на вулиці. Нашими жилищными службами на утреннее время выведено 4400 человек наших рабочих по комплексной уборке. За каждым закреплено порядка от 2 до 3 домов для уборки. Вся необходимая техника ручная, ручное оборудование для работы есть. Вышла также автотракторная техника с щетками. А вось аварии позбегнуть не удалось. На улице Тимиразева водитель рухался в напрямку проспекта Машерова, не поспел своечасово затормозить и урезался у МАЗ. Как поведомили у ДАИ, водитель выбрал неправильную хуткость руху, тому не поспел спыниться перед грузовиком. У аварии никто не потерпел. С наступлением настоящей зимы мы видим, что в принципе водители подготовились к таким погодным условиям, поменяли шины на своих автомобилях и ездят достаточно аккуратно, что, к счастью, не привело к какому-то всплеску дорожно-транспортных происшествий. Всем же водителям хотелось бы пожелать учитывать эти погодные условия, соблюдать дистанцию до впереди идущего транспортного средства, рассчитывать свое время так, чтобы успевать выехать минут на 10 раньше, чтобы не торопиться в пути. У найближчыя дні на дарогах прагназуюць галалёдзіцу. Варта быць пільнымі і пешаходам. З першым снегам зваротаў у траўмапункты значна больш.